Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами готовить тушеную картошку с печенью. Итак, что нам для этого потребуется? У меня печень куриная, можете взять любую другую, 400 грамм, 5 картошек, 1 морковка, 1 лук, 1 перец, паприка, соль по вкусу. Итак, приступим. Сначала подготовим наши ингредиенты. Нарежем сначала картошку. Картошку режем кубиками. Вот такими небольшими. Далее режем лук четвертинками. Далее нарезаем морковь кругляшками. Далее паприку режем тоже кругляшками. Далее ставим казан на плиту. Включаем средний огонь, наливаем масло. Ждем, пока разогреется наш казан. Выкладываем в казан наши овощи. Слегка поджариваем на масле. Сразу немножко присолим. Итак, наши овощи слегка обжарились. Добавляем нашу печень. Все вместе обжариваем. Далее печень присаливаем. Добавляем картошку. Все перемешиваем. Добавляем воды. 1 кружечку. Накрываем крышкой и тушим полчаса. Итак, полчаса у нас прошли. Наша картошка с печенкой готова. Выкладываем на тарелочку. Вот такая тушеная картошка с печенью у нас получилась. По желанию можно присыпать зеленью. Всем приятного аппетита. Пока!